Джин, сидеть. Дай пять. Вот так, хорошо. Дай лапу. Молодец. Дай вторую лапу. Вот так, умничка. Джин. Дай пять. Вот так, умничка. Это, кстати, о собаках немножко будет подкаст в продолжение, да? Тут мне недавно подогнали лисью шкуру, дабы я поднатаскал собаку. Вот. Ну, это, конечно, жестоко все. Да, лис этих мучат, все дела. Но такое было, я так понимаю, и есть. И без меня, и со мной или без меня это все равно будет. Все равно лисья охота с собаками продолжается. Этого есть много, как-то сказать, не то что любителей, а ревностных хранителей этих традиций. Поэтому, как бы, раз уж я взял эту породу, тем более от рабочих псов, мне их какие-то обязательно. Поэтому на выходных я планировал выкопать ему искусственную норку и протащить там лисочку, чтобы он ее оттуда вытащил. Это как бы начально для щенков такое делать. Но он у меня уже здоровый бык. Кстати, вот с 9 марта ему день рождения. Вот, он все пропустил, но все равно как-то буду пытаться поддерживать. А дальше по ситуации следующее.